В общем, привет, ребята, с вами Серёга Креатив, Димончик, Помидорчик, и это GTA-шечка онлайнчик. И в этот раз мы, по крайней мере, поздоровались. Да, ребят, мы про вас не забываем. Серёга, поздоровался. Да, ну, Димон, я могу сказать, что в больнице креветки едят людей. Тоже как здоровые. Как закончилась прошлая серия, так и начинается это. Димон во время жары испускает очень странные вещи. И жидкости. И жидкости. И запахи. И, да. И вообще обои трескаются. И бровь растет посреди носа. Да. Именно такая херня происходит со мной. На командный бой число аномальный. Калаванаманда. Калаванаманда! Калабанга! Просто черепашки. Калаванда банда! Давай! Или один на пять. Это не важно. На я. 5. На Е5. Нажимай на Е5 и поехали. Ваша на Е5. Ставлю все на нас, чувак. У нас Я тоже погоди, ставлю. Почему не за нас? Я почему ставлю. Не подожди, а можно поменять же? Подожди. Я хочу поменять команду. Я хочу. Команда креатив. Это ты не за нас. Я в команде креатив томата. Вот. Я хочу к вам, ребята. Я хочу к вам, как никогда не хотел. Fuck this shit. 3 на 3 получается. Ну, короче, ты их будешь. Получается. Тут... Чпоки-чпоки. Я ставлю все свои деньги, они равны очку Ларисы Долиной 0. Да, Лариса. Я даже не знаю, почему я ее вспомнил именно в этом контексте. Вспомнил замечательную певицу Ларису Долину. Ты поставил ничего, да? Я поставил не очко обычно губит. Если сравнить очку Ларисы Долиной и 0, они приблизительно равны. Минус 200 долларов сразу с лёту, да что? Да, минус 500. Дай-ка я положу бабки на банк. Отличная борьба начинается. Так, Бейс окей. Банк. Окей, ребята. Окей, ребята. Повеселимся. Блин, а что здесь произошло на мосту-то? Я не знаю. Я, короче, пока все собираются драться, я занимался хернёй. Ложил деньги на счёт. А, так у всех пистолеты. Одно и то же, типа. Воу. Лол. Ой-ой-ой. Так, это было весело. Ах ты ж дерьмо! Я бы не сказал. Ну, про дерьмо может быть, а про весело, да, не сказал бы. Да, весело. Весело. Ага. Куролесило. Ну, ты кипериш. Это не я. По-моему... Да-да. Это не ты. Походу вы бессмертные, ребята. А почему Фостер? Почему Фостер? Я думал, я тебя убью. Я в тебя очень много раз попал. Я в тебя не меньше, чувак. Ну да, я видел. По-моему, мы все бессмертны. Но умираете вы 3 раза уже. Что-то происходит с GTA? Или мне кажется, что все стали какие-то неубиваемые? А, так вы сзади появились, нихера себе. В смысле? Вы теперь на нашей стороне появились. Серьезно? Да. Слушайте, мне эта карта напоминает карту из Payday первого на мосту. Ёпта. Есть один. Ну, хоть кого-то я прихлопнул. Чувак, и у меня все очень плохо. У меня 2 патрона, и мне бы что-нибудь с этим сделать. Делом, и мы всираем просто жесть. А может и нет. Так, у меня ни одной патроны не осталось. То есть единственный способ вас убить, это просто драться в рукопашку. Или взять патроны. Чё, дерись как мужчина, давай. Да, я буду драться как мужчина, я... Выходи. Я понял. Я же мужик. Так, бжик-бжик! Знаешь, это работает с девушками, я тебе уверяю. Отошел от моего братюни! А как? Я ж его прихлопнул, почему мне не зашлось это за убийство? Ты его не убил. Как? По-моему, он... здесь именно с руки сразу он, должны... Он встал. То есть мой хук ничего не значил для него. Даже для игры, когда встал, святое, а он встал. А вот я убил его. А, то есть с оружием здесь только ребята убиваются. Ну, может быть.
На! Да ёпти-мопти! Че, больно? Я-то еще и лидер здесь, ко всему прочему. Да как ты живешь? Я вот тоже не знаю, как я живу в этом мире вообще. Тебе просто прилетело 3 плюхи в голову. Да тебе тоже нехило прилетело. Ну, мне тоже нехило, но ты понимаешь, что я... Просто единственный, кто здесь хоть что-то убивает. Я должен был сейчас умереть. Я взял хилку и убил двоих. Тебя и его. И того, кто кого. Я застрял! Я застрял! Нет, я не застрял. Я застрял, новая волна. Вот теперь ты меня убил. И тебя сзади. Здесь, по-моему, проще убить как раз-таки с прикладом. С руки, да-да-да, гораздо быстрее получается. Чё-чё. Все начнут сейчас бегать и убивать с руки, по-моему. Да, но это уже не интересно, да, будет? Это мейнстрим. Убить с приклада. Всё. Ладно, ребята, я просто побегаю здесь мимо вас. Нормально? Ты куда делся? Ты же бежал мимо. Ты его убил. Так, может я сейчас еще и выровняю ситуацию? Да. Ах ты говно. Ах ты ж. Ну, у меня 6 убийств. Это все убийства нашей команды. Так что я могу гордиться сегодня в любом случае собой. Да? Сегодня очень веселый получается. Между собой. А как посмотреть, сколько у тебя убийств? Да ё-моё, уже никак, чувак. Помер. Потому что меня убили, да. Вы в 2 с лишним раза нас превышаете по убийствам, это мне не нравится совсем. Потому что у нас убиваю не только я. Эй, и сзади да тебя. Да какого вы работаете, как просто, ну я не повернется язык. Профессионал? Не в эфире, чувак, не в эфире такое. Нет, профессионал именно что... С двух сторон, вот, чё. 5 последних букв описывает, наверное, вашу работу. Профессия. О, неужели кто-то начал стреляться? Аллилуйя. И умер. Мне нравится эта карта, она как-то безбашенная. Ты хочешь все так же с рук, да? Месишь людей? Да я такой Джек-потрошитель. И бей его. Я сейчас надеялся, что я буду вторым, конечно, но ладно. Так тоже нормально, так тоже сойдет. Это ненормально, чувак. Это командная игра. Ненормально то, что я все-таки Ларису Долину поставил. Надо было чуть побольше стрелять. Может постреляй? Стреляйся. Постреляйся. Двоих. Вам не стыдно? Мне нет. Господин. Сережа. Сережа. Так, все. Это было последней каплей. Давай. Высовывайся. Я вижу, что ты меня уже поймал. А вот второго твоего дружка я не видел. Голубка. На. Тащи. Ой-ой-ой-ой. Вот это зря. Вот это было зря. Хорош, Анзорчик! Просто монстр, Анзор! Монстр бич. Что он сделал? Монстр бич. Но вы нас нехило так догнали, Анзор убивать начал. По-моему, это круто. Так, ну, наконец-то хоть проснулись наши ребята. Я перезаряжаться начал перед ним, это настолько имбецилизм. Да, и Анзор двоих сейчас загасил меня и там еще кого-то. Просто, знаешь, в твоем стиле побежал, когда я перезаряжался, начал убивать меня вообще руками. Совсем офигели. Все совсем плохо. Новая волна. На, добегался. Ах! Ой! Кажется, а не марафоны здесь. Кажется, у меня закончились патроны, я пришел умирать. У тебя закончился нос. Слушай, 18-18. У меня сейчас пинг был, у меня ты слева выбежал, короче, а потом ты меня убил справа. Странно. То есть я увидел, что ты выбегаешь слева. Я начал обходить тебя.
Все. Это нормально. Поражение на одну смерть, чувак. На одну, мать его, смерть. Задача не выполнена, убить врага за первые 30 секунд матча. Fuck the shit. Просто жесть. Я почти вытащил этот раунд. 19-20. И ты полулысый, почему ты у меня здесь? Пройду на ставках минус 500, но как бы, какого хрена? Кто тут батя? Кто тут батя? А почему вы вдвоем были? Ваши же трое было. А, ну вы еще и двоих кое-как смогли чудом обыграть. Ну я херней страдал, если честно, я не играл. Ну серьезно, как только стрелять начинал, я убивал. То есть в голову там попадал. Может, гоночки? Вы выходили. Гоночки? Как только пытался что-то еще устроить, нет. Ну давай, гоночки, давно их не было. Турнек стадиону, да. Их, по-моему, вообще не было. Гоночек? Я не усну. Кстати, тоже не помню ни хера. Я сегодня не усну спокойно, чувак. Одна гребаная смерть. Теперь будет сниться Лариса Долина. Ой, не дай бог. Стандартные гонки. Воздушный карман. Может, убрать этот к херам воздушный карман? Чего себе? А ты помнишь, как ты... Я помню. Чуть не проиграл на суперкаре против там старенькой машинки за счет как раз-таки воздушного кармана. Так, окей, члены моей банды. У них, кстати, привилегия. Чего? Все, начинаем, я так понимаю. Ну да. 6 человек. А, Анзор, кстати, чужой банды, смотри. Он такой на тусе креатив томато. Ага. Поскочил. Ну неплохо, 11-8. Ого. Жакал, Сентинел. Надо выбрать. Ого. Чпоки-чпоки. Мама мия. Ну, я выбрал. Я, пожалуй, выбрал тоже. Ой, только не черный, а... чтобы выделяться из стада. А, уже занят. Ну и розовый тоже мне очень не нравится. Окей. Ты на какой тачке? Ставку. Сейчас увидишь, чувак. Я на экземпляре. Экземпляр? Угу. А я что-то на... Она такая... Ну, ты, наверное, красный. Ну да, красный, конечно. А, ну значит, это был ты, кто занял первым красный цвет. Ладно, я, по-моему, тоже на ней. Сейчас я пойму. Да, походу. Да, походу ты тоже на экземпляре. А почему я первый? И почему я черный? Не, или да. Почему или у меня тачка не оранжевая? Мне это не нравится, чё? Мне не нравится, что я в жопе. Но сейчас всё может пропустить, значит, их измениться, всех. Потому ты что знаешь... Я первый, и знаешь, они вот таким вот путем меня просто скидывают. Последние несколько дней я играю в NFS Most Wanted. У меня теперь есть опыт. Самый-самый первый, или который вышел какашкой последний? Который, ну нет, Most Wanted 2 же был еще, да? В 2010-м, короче, который вышел. Вот, в нее играю, у меня есть опыт. Так ты не выключил, да, воздушный карман? По-моему, нет. По-моему, я не выключил здесь ничего. Так, и какого хрена вы все толкаетесь здесь, имбец... Йо, все, чувак, я верю в тебя. Я третий, я сейчас вмазался. А ты что, поставил что-то на кого-то? Я поставил на себя, но надо было, чувствую, ставить на себя. Я вообще опять ничего не ставил, я боюсь ставки делать. Карман, мать его. Меня бесит то, что этот чувак постоянно ловит мой воздушный карман и всегда именно таранит меня. О, ребятки, вы врезались, что ли? Да вы врезались, ребят. Походу, все очень плохо. И меня врезали. Черт. Кого? Так, может быть, я еще и не так далеко от вас. Вообще, Анзор этот не с нашей банды, его надо с первого места выносить. Как так-то? Весь креатив томата отсасывает сейчас у его банды. Нет, ну, ёб твою медь. Я отсасываю от межпроезжающих машин. Ты прям место столько себе нашел. Да. Да, чувак, и мне это не нравится. Я хочу карманчик. В чем моя проблема? Почему я не могу поймать воздушный карман? У даже гражданских машин. У них что, кармана нет? У гражданских нет. Так, здесь один круг? Или как? Ну, я вот не вижу. Я тоже не вижу. Четвертый. Но показателя круга нету. Показатель время, вот есть текущий круг написан. Ну да.
Может быть, вот после первого как раз-таки будет. А, ну да, мы, в принципе, почти вернулись туда, с чего начинали, да. Ну вот, уже вернулись, типа, все, на рекорд пошел. Все, да, на рекорд круга и пошло-поехало. Ну это нереально, блин, ну это пипец. Че, все очень плохо? Ну да, там, короче, выход. Ты на третий вышел, да? Я нет. А, да. Ловишь воздушный карман, пытаешься обогнать, и вот на этой скорости тебя немножко таранят, чуть-чуть задевают, и ты улетаешь. Угу. То есть лучше уж не ловить воздушный карман. О, чувак, я второй. Ты хорош. Первый? Нет. Еще я позади тебя. Меня снесли, и ты мимо меня пролетел. Ты не видел меня, что ли? Нет, чувак, я не. Ты понял меня, короче. Паника, да? Я третий сейчас. Я впервые ничего не чувствую в этой игре. Кажется, так, я... чувак, по-моему, ты сейчас будешь опять ловить мои карманы и опять выиграть за счет этого. Так, это было неплохо. Да, четко. Так, в унисон. Не карман, чувак. В унисон. Не карман. Так у нас машины одинаковые, без него. О, все, тут пальма. Ты тебя утащила. Ты видел, как ты меня здесь на кадре это умудрился сделать. Так, это тихо, было четенько. Тихо. Зря я кидал понты на счет NFS, там все-таки физика такая деревянная была. Так, окей. Там вот эта игра с тормозом, как я сейчас делаю, она поощряется, а здесь тебя просто игра сразу наказывает. Так, меня наказывает здесь не игра, а дебилы, которые катаются здесь. О, я второй, но... Просто. А, все что ли, да? Да, два круга, значит. Все, ну, второй, третий. Ну, на первом вот чувак, который не с нами, короче, не в нашей банде. Не в нашей банде, ну... Mm-mm. Сколько тебе, кстати? Не знаю. Отвалили. 3790 мне. 2280. А, ну... Russian Devils, Anzor. Запомни Russian Devils и запомни эту банду. Dare Devils. Так, ну... Последним двум они, по-моему, вообще сошли с трассы и... У них вообще круглые нули. Ну да. Но любят еще вылетать, народ. Угу. Первым делом. Самолеты. Экземпл здесь самая популярная машина, между прочим. Угу. Самые лучшие. Кстати, лучшие, первые 3-3 места. А, кстати, у меня лучший круг. Вот-вот что-что, а я здесь показал самый лучший круг среди всех. Чувак, аж на столько секунд опередил. Я тебя щадил, на самом деле. Я тебя щадил так, как не щадил меня. О, ты там поймай столько карманов, что... Так я ловил. Но я же в тебя толкался, то есть не вылетал влево-вправо. Не. Так, ладно, я на самом деле ищу причины просто себя оправдать. Ну, когда я начинал шестым, точнее... Вова, давай еще одну. Контрабанда? Что ты? Еще одну гоночку. Или в дань уважения вон спрыгнем. В дань уважения старым нашим прохождением, типа как возвращение, спрыгнем с парашюта. Я уже обновил, и я не вижу ни хрена. Ни дань уважения, ничего. Навес, Дерсет Драйв, не видишь? Дерсет Драйв? Да. Дорсет, да. Ну ладно, гоночки так гоночки. Сегодня начало у нас гоночное будет, а продолжим уже. Так. Все, главное, что время еще есть. И... Блин, опять столько народу. Может, нахрен эти воздушные карманы? Это слишком читерская тема. Нихера, на самом деле. Я вот сейчас, допустим, из-за нее наоборот слился два раза подряд. Я вошел в карман, говорю, и такую бешеную скорость набрал, что меня просто слегка толкнули, чуть-чуть, совсем немножко, и я улетел два раза подряд. Угу. То есть, а ну, имбаланса нету, тут просто нужно ловить моменты. Все, игра, все в теме. Здесь какая-то тема насчет вот бесконтактного спорта, гонки, точнее, это что за фигня? Бесконтактный. Ну, просто... Ого. Хо-хо, машина. Дело было в том, что контакт начался с первых секунд, когда я говорю, первым бы здесь совсем не камильфо, и... О, это та самая машина, которую я теперь на Рузвельте теперь... А, или ты катался на Рузвельте? Да. Я не знаю, какую машину взять, ладно, возьму, которая первая попадется. Я тут что-то завтыкал. Опять 300 баксов. 300 здесь волшебная цифра, поэтому... Все, поехали. Я опять ничего не поставил.
Я не хочу быть первым, потому... А я, по-моему, не первый. Я, походу, а где первый все, теперь. да. Потому что первого всегда захотят сторонить с этого гребаного пути. Какая скинуть. рыса. Ого, у Бичарка. тебя. А, не, я не первый, я второй. Ты москвич у тебя получился. Да, такой стартик красивый. У этой, у первой машины, смотри какой. И скорость, Ага. пипец. Мне вообще кажется, что мы на ретро-машинах, а он нет. Так, я пока наловился ваших воздушных потоков. Воу-воу-воу! Охренеть! У меня только вот перед поворотом прогрузилась помойка, которая стояла на углу, поэтому... Я По-моему, последний. это Ну вот опять какого обзор, да? хрена? Да. Какого По-моему, черта? я опять толкаюсь! Какого дерьма? Нет, ну ребята, ну что ты делаешь? Димон, спасибо, хоть ты его бортанул немножечко. От души. Реально, вот больше всего меня раздражают люди, катающиеся здесь. Они понимают, что стрит-рейсинг здесь. Все дела. Да ты ч... Крик такой, ааа, это что было вообще? Это был я. Потому что меня опять подбили. Я... все, я сливаюсь. Янзор опять впереди. Второй раз гонять здесь нету никакого смысла. А, тоже, наверное... подряд. Тоже, наверное, да, два круга. Ну, блин, стандарт. Залог всех этих миссий. Кстати, блин, здесь есть какие-то миссии, которые делают сами люди, они зачастую бывают интереснее, чем те, что придумали для нас господа из Rockstar. А, все, первый круг уже прошел. Четко, как поворот вошел. Чистым. Нет, как Анзор, кстати, был на третьем. На первом месте кто-то другой был. Только что Анзор меня проехал. Ёпта. И у стал нас, вторым. По-моему, за 5-6 место идет борьба. И то не факт. Да ты охерел, дядя. Да что происходит? Вот пипец, он сейчас я тупо за счет силы. Машину. А я пытался сейчас делать так, как делали со мной, знаешь, толкнуть на скорости в кармане, и оказалось, что эта машина тяжелее моей, короче. Я просто слился. И я теперь вообще в жопе, я на четвертом Вы месте. И очень далеко, в любом случае, от меня, так что, чувак, ты не будешь еще долго в жопе. И неужели я хоть пятый? Я, хотя я, бы не, пятый. Я не отрицаю, что и ты в жопе, чувак. Ты просто я был ты на я втором. В полной. Да ты, ну какого, ну. Нам, кстати, очень много раз писали о том, как именно пользовательские карты брать. И они реально интереснее. Там гонки есть, знаешь, по крышам, короче, по каким-то бешеным ага. трассам. Пипец, то есть карты такие выстраивались, как в сампах каких-нибудь. Но есть смысл, поэтому попробовать. Да, так там все-таки веселее гораздо, там все оригинальней. Да. Всегда приятно быть пятым, еще когда ты ставишь на себя 300. Да какого лешего ты будешь делать? Опять в поворот вошел бешеный. Ты сейчас, у тебя есть шанс стать четвертым. По-моему, мне их не осталось. Пока здесь катаются... Я в следующий раз уберу просто этот трафик, транспорт, блин, бесполезный. За счет него я и все проигрываю здесь. Да, ведь я был вторым. А ведь я пролетел все, что можно. И гонки это не для нас, видимо, вообще. Да. Но я серьезно, я пытаюсь отвыкнуть от того, как ездить в НФС. А там абсолютно утяжная физика такая. И не похоже на то, что видно здесь в GTA. Вот, это очень трудно. Да, Z-Type называется машинка. Это из GTA 2 еще. По-моему, в GTA 1 ее не было. Или было, не помню. Ну, хоть 1370 отмыл за все мои старания. Ну, собственно, он, допустим, первое место, если выигрывать, то нехило так получает по 5000. И, по-моему, бана наша от этого. О, я 26-й стал. Хорошо становится. 26-й? И я, по-моему, 26-й стал, нет? Нет, ты 25-й. Какого? Ну, я был 25-й, когда ты еще был 24-й. Бойся гробов. Опять гоночки, но, по-моему, время обновиться. А это для вертолетов гонки. Угу. Потому что там есть смертельное ралли для хипстеров. Вот это интересно. Так, на планета. Еще что-нибудь надо хит-парад немного успокоить нервы после этих. Трахтение. Давай. Обновить. Отлично. Нормально, в раз день Святого Валентина самое лучшее время, чтобы потрахтеть. Так, а есть, погоди, есть убойная трава.
Бас, придется искать новые склады для травы. Опять, знаешь, одна защищает, походу, другая нет. А GTA Зайцы на автобусах теперь есть не только бывшие заключенные мини-тип, обратите свое внимание на автобусы. Дрифт, но... дрифт, дрифт, чувак, дрифт, куриный дрифт. Где? Вон, вверху справа. Во. Ну, раз гонки, то GTA. Гонки. А, и, ко всему прочему, это еще и автор-то, не Rockstar, это чья-то потом и кровью сделанная миссия, так что кто-то старался, надеюсь... лютого дерьма не будет. Так, какого хрена? Из всех доступных заданий знакомых вы приняли участие в... What? Я не понял, что это было. Короче, мы на дрифте, а там еще были гонки на велосипедах. Это тоже, наверное, интересно. Угу. Так, ну давайте заходите и начнем. О, нужно будет велики купить, кстати. В смысле, на совсем? Или... Ну да, можно... Ну, чтобы в гараж поставить, забить гараж? Да, да. Лишний велосипед, на, ну у тебя так гараж со здоровым. Ну вот я поэтому и копил как бы на 6 машин. Чтобы и велик, и машинка была там скоростная, и лапуля, которая просто красивая. И там женщина-машина, любовница-машина. Любовница-любовница-машина. Я не знаю, сколько машин нужно человеку для счастья на самом деле. Мне машины вообще не нужны. Для счастья. Потому что они делают больше несчастья, скорее, в моих руках. Ну давай, чё так долго грузится-то? А чё ж ты так? А чё ж я так? А запуск сессии потому что идёт? Не-не-не, не про загрузку, а про вот машины. Про машины в моих руках? Ну, нет, если брать лично GTA, так-то в жизни я тихий, мирный, пушистый, и какие там ещё есть хорошие слова про меня. И в общем, да. Ты. И я, да. То есть я так-то вожу. Я тебе глобальный комплимент, между прочим, сделал сейчас. Да, я запомню. Всегда буду применять его. Ты такой я, просто чудо. Что-то сессия все нас покинула. Ну да. Ну, собственно, 20 минут идет, можно будет начать уже тогда следующее. Разберемся как раз с тех проблемами и в следующей серии уже продолжим. Ага, так что... Давай, Диман, ты знаешь, как заканчивать серии. Нет, да, сегодня был пыль в рот нашим врагам, тем, кто вперед уехал и оставили нас позади. Короче, всем пока, улитка жрет бананы.